Итак, Ваненька, всем привет! Продолжаю я покупки, использования, эксперименты с недорогими кремами после бритья. В данном случае у нас Свобода, торговая марка, крем после бритья с витаминами, даже вот посмотрите, Е и F, содержит увлажняющие компоненты, подходит для чувствительной кожи. Можно использовать не только после бритья, но и в любое время дополнительно. Вы посмотрите, гидролипидный баланс восстанавливает. Также, что у нас еще делает? Воспалительные проявления на коже убирает, успокаивает ее, освежает ее, тонизирует, придает ощущение комфорта. Попользовался им, отлично, вот так намажешь, такое ощущение, что ты как будто в ментоловую листву упал, освещение, какое освещение? Освежение абсолютное. И в нем в составе есть алкоголь. И чуть-чуть, после того, как вы побреетесь, этим кремом воспользуетесь, такое покалывание, немножко, с ощущением ментоловой свежести в данном крему. Он впитывается мгновенно, ощущение липкости или там блестело, чтобы кожа я не ощутил. До этого у меня был, кстати, вот этот бриз недорогой, мне один в комментариях посоветовал. Свежесть на каждый день нашел в одном магазине в торговости ОК, и именно свежесть бриз, а их разновидностей существует много. Без алкоголя тоже достаточно неплохой, считается дешевым таким вариантом. Без алкоголя, еще расскажу, не знаю, отмечал, не отмечал, и кожу после бритья он не щипит. Пользовался я такой серией Nivea Men, различного они существуют вариантов, в данном случае восстанавливающий бальзам после бритья, 0% спирта. Но мне именно захотелось сейчас, чтобы наоборот был алкоголь, был спирт, чтобы после бритья чуть-чуть было покалывание, знаете, как будто ощущение, что действительно что-то нанес на лицо. Так как кожа горит, так, после бритья, крем после бритья, все отлично, так что имейте в виду, Свобода серия, где-то за 77 рублей его взял, может встретить даже подешевле. Отличный вариант, такой недорогой, можно использовать не только после бритья, вы знаете, когда кожа там сохнет, вы выпили, там утром проснулись, да, у вас такое ощущение, что кожа стянутая, надо чем-то ее увлажнить, чтобы быть таким свежим, бархатным, полным идеи, полным активности, ощущений, стремлений познать мир. И вот, в принципе, такой недорогой вариант. Ладненько, держим связь.